Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Андрей, и в этом видео покажу вам, как сделать мотоскейт. Мотоскейт, который в движение будет приводить дрель-шуруповерт. Я очень долго думал, как сделать эту конструкцию. Всего у меня было три варианта. Сначала я решил как-то закрепить дрель возле колеса, чтобы это все работало по принципу шестеренок. То есть патрон крутится в одну сторону, а колесо в другую. Но сделав пару тестов, я понял, что зафиксировать дрель нормально не удастся. Патрон будет постоянно проскальзывать. Максимальная скорость при этом будет примерно 3-4 км в час. Это, естественно, ни в какие ворота не лезет. Дальше я сделал вот такую вот конструкцию с крышечки и болта. Но также столкнулся с проблемами. Во-первых, была плохая центровка, поэтому нормальную скорость развить невозможно. Во-вторых, колесо не настолько жесткое, чтобы выдержать такую нагрузку. Буквально после 10 метров это все развалилось. Затем, спустя 2 дня раздумий, ко мне в голову пришла идеальная идея. Использовать насадкой для ключа трещотки. Я нашел ту, которая идеально вставлялась в колесо. Забил ее туда и приклеил термоклеем. Честно говоря, я не ожидал, что термоклей выдержит хотя бы какую-то нагрузку. Но оказалось все наоборот. Такая конструкция тянет двух человек, я и моя сестра. В сумме это больше среднего веса взрослого человека. Но потом я столкнулся еще с одной проблемой. Как закрепить все это в патрон дрели? Еще немного подумав, я решил использовать монетку. Она туда идеально подходит. Я также думал, что возникнет проблема центровки, но ее не было. И все работало отлично. У меня не самая мощная дрель, но она вполне хорошо едет. Поэтому я доволен результатом. Ну а сейчас предлагаю посмотреть небольшой тест. Вот таким вот получился мой мотоскейт. Надеюсь, он вам понравился. Но перед тем, как закончить видео, хочу посоветовать невероятно классный канал. На нем есть множество лайфхаков и самоделок. Ну а также трюки, фокусы и советы. Также есть загадки для друга, с помощью которых вы можете выиграть деньги. Здесь очень много классных идей. Лично мне этот канал очень сильно понравился. Как избавиться от наручника. Как быстро почистить мандарин. Как поднять себе температуру. Ну или как сделать самую беспалевную в мире шпаргалку. Подписывайтесь, вам точно понравится. Как всегда, сделать это можно, кликнув вот сюда или перейдя по ссылке в описании. Если вам понравилось это видео, то обязательно поставьте ему лайк. Ну а также подпишитесь на канал, чтобы не пропустить много крутых идей. Всем пока!